И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике еще одну анимашку замутим вот этому филактету, сатиру. Так, заходим в Object Mode, опять же, N-панель, Screencast Key. Теперь импортируем в Empty Image и сейчас подгрузим сюда еще одну типа гифку. Английская R, перекручиваем, единица на numpad и подключаем сюда именно вот это видео. Так, где оно у меня тут находится? Так, это коротенькая будет анимашка, семерка на numpad, R, перекручиваем. Теперь можно включить MOV, перетягиваем нашу анимацию на тройку. Так, это делаем S. Можно увести в бок. Так, подставляем ее вот сюда. Или куда-нибудь давайте вот в верхнюю часть вот сюда. И погнали. Таймлайн вытаскиваем. Перекручиваем его. Значит, чтобы у нас были первый, пятый, десятый кадр, смотрим, что у нас тут с роликом. Так, вот он ногой бьет. Дальше я делать не буду. Мне чисто вот это вот, где он топчется ногой. Ну, хотя можно и всю повторить. Давайте первый кадр. Так, что делаем? Сначала я заверну ему пальцы. Так, выбираем Rig, выбираем Pose Mode и выбираем все вот эти косточки, фаланги через Shift зажатой левой кнопкой мыши. Единица на numpad, делаем R. Так, здесь у нас уже можно подкрутить, значит, пальцы, чтобы они адекватно, значит, сгибались. Так, это фаланги и вот эти фаланги тоже. Так, теперь выбираем вторые вот эти фаланги. И здесь уже подгибаем, перекручиваем, подкручиваем. Сейчас все это дело подровняем. Так, каким образом? Выбираем косточку. Так, это у нас большой палец. Так. R. И тут тоже R. И мизинец тоже R. Так. Вроде бы согнулись. Теперь вот эти фаланги докручиваем. Единица на numpad. Делаем R побольше. Сгибаем. Смотрим, чтобы адекватно тут все было. Так. Переключусь я вот в такой вид, чтобы не подтормаживал у меня, значит, ноутбук. Так, ну, в принципе, что? В принципе, нормально. Так, теперь загибаем вот этот большой палец. Так, это в кулак. И вот эта косточка отходит чуть подальше. Бац. Зажимаем. Нормальненько так. Потом можно еще кулаки увеличить будет. Посмотрим, как это делается. Так, ну а теперь с этими пальцами повоюем. Так, сразу их в центр сгоняем. Чтобы они адекватно, значит, гнулись. И потом, возможно, не будем так долго перекручивать. Так, через Shift. Все это вот так. Единица на numpad. Face профиль. R. Загибаем. Так, смотрим. Чуть-чуть подкручиваем. Теперь чуть-чуть еще
корректируем их как бы к центру. Вторые фаланги. Единица, опять же R. Так. Ну и последние фаланги. Так, как-то так-то. Один палец чуть-чуть больше перегнулся. Перекрутить. И значит, вот этот мизинец тоже к центру. И этот палец тоже к центру. Теперь загибаем главный, большой вот этот вот палец. Так, кулак собран. Все, зашибись. Пропишу пока А и локрот. Так, теперь что у нас там с позой, да? Сгибается и значит, ага, понятно, кулаки вперед. Так, здесь у него гнется таз. Так, чуть-чуть G вперед его подставляем. Перегинаем ему позвоночник побольше. Так, еще одна косточка. Вот она. Так, тоже ее побольше. И, значит, зад поднимаем и чуть-чуть еще больше перекручиваем. Так, есть такое дело. Теперь выводим руки вперед. R перегибаем. Подводим, значит, вот в такую позу. Угу. Перекручиваем ключицу. Так, и значит кулаки чуть на сгиб. Во, вот так будет получше. Теперь опять же G. Опять же R. Перекрутка. G. Подгонка. И опять же ключица. Так. Что у нас с хвостом? Хвост, значит, G. Поднимаем кверху и загибаем. Так, теперь фейс лица. Тут уже попроще, значит, загибаем, закрываем, точнее, эту челюсть повыше, чтобы, ну, фейс лица был плоский. Выбираем наши косточки рта. Так, вот эту косточку. Так, вот эту вдаль. Так, что у него там еще? Так, это нос. Поднимаем вверх вот эти косточки губы. Почему? Потому что, ну, чтобы под нос прям близко, как на картинке была эта штука, да? Еще больше закроем. Тройка на нампаде. Закроем еще больше, значит, нашу вот эту челюсть. Во. Подгоним теперь еще больше заворот нашего вот этого рта. Щеки. Рот повыше. Губу поближе и вот эту губу. Так, это я не знаю, чего такое. Так, и вот эту губу тоже пониже, наверное. Так, с этой стороны можно точно так же сделать. Так, это у нас централка. Пусть центральные, значит, вроде как бы целые будут.
Так, эту вниз и вот эти косточки рта побольше так. Опа. Но не сильно задираем. Так, чтобы не было заломов. Это уже щеки пошли. Так, и тут тоже, только здесь уже круглые они. Ну, в принципе, чё? Поболя, и тут тоже побольше. Так, теперь по зубам. Выбираем зубы, делаем S. Делаем G. О, красавчик. И чуть-чуть пониже и подальше, чтобы не вылазили из челюсти. Так, еще где у нас тут? Одна, значит, и вторая вот. Тоже делаем S. О, так, по бровям. Погнали, брови выберем. Так, где они тут? Вот они, зеленые. Так, это G. Кверху корректируем недовольство. Так, глаза поднимаем G кверху. И чуть-чуть, значит, сделаем их раскосами. Это центральная, вот это, значит, вот эта косточка в бок уходит. Поднимаем и вот эту вот косточку чуть к низу. Так, это тоже такая же штука. Так, это тоже кверху, а вот эту косточку переносится к низу. О, ожил, красавчик. Так, как у него там лапы стоят. Так, еще возможно вот эти вот подкрутить, чтобы он так поприкольней был. О. Так, тройка на нампаде. Английская А и Локрот. Что-то не прописывается. Во, спрятал, значит, анимашка. Следом мотаем на пятый кадр. Так, на пятом кадре, на восьмом, да, поднимается вот эта нога. Так, попробую сейчас ее Ctrl-Z поднастроить, значит, Inverse Kinematic на три косточки. А ну-ка. Так, где тут Inverse Kinematic? Так, на три кости стоит. А ну-ка, если на 4. G. Ну, наверное, на 4 оставлю. Так, R. Выбираем центральную тазовую, выбираем руки, выбираем еще ногу вот эту и G уводим в бок. Так, чуть-чуть назад, наверное, и вот эту косточку,
Так, эту Ctrl-Z, другую кость, G. Ну, выше уже не получается, только если R перекрутить и вот эту косточку следующую, допустим, довести. Так, ну сильно этим делом тоже не надо увлекаться, а то она потом может на излом идти. Так, что у него там еще видно? Так, наклонился он, значит, вперед. Так, это значит R. Голова у него на поворот. И вот эту косточку. Так, в эту сторону довернуть, да? Опять же, когда вы что-то делаете, старайтесь меньше задействовать каких-то костей. Потому что, если что-то потом поправлять, у вас получится неразбериха. Так, и как ее еще? Ну, давайте попробуем шею довести. Это R. Угу. И косточку здесь вот под бородой. Где она тут? Сейчас найдем. Вот она. Значит так, мы ее G опускаем и формируем типа грудь и шею. Большеватый я ему, конечно, живот засобачил, но не суть вопроса. Потом все это дело надо будет подправить. Так, теперь сразу чуть-чуть уши корректируем в бок. Угу. Кулаки R подкручиваем. Английская А и локрот. Ага. Кулаки поднимаем. Так, и вот этот кулак тоже надо, чтобы было видно. Выводим его тоже вперед. Тогда тело еще докручиваем, выбираем позвоночник, какую-нибудь косточку. И через Shift управляшки рук. Делаем перекрутку, делаем докрутку головы. Эба, опа. Так, что у нас тут с коленом? Так, колено. Находим косточку колена и чуть-чуть, наверное, в бок ее вводим. Во. Английская А и локрот. Ну, сейчас уже вроде поживее так стал. Так, на 15-м выбираем косточку ноги, значит, G, вытягиваем, перекручиваем G. Вот как-то так, наверное. Вот тянется хорошо, но теперь вот эти доводки, вот, надо довести будет раз, и G подальше, чтобы она прям вытянутая была. Так, позвоночник теперь. Голова у нас уходит, значит, кверху. Здесь у нас получается докрутка, доводка, хвост у нас уходит в бок. Выравнивается так. Ну и в принципе можно еще живот подтянуть. Где он тут у нас? Вот они, боковушки. Так, это нога. Ctrl-Z.
Во, поприкольнее уже будет. И борода у нас уходит G к низу. Прописка. Так, и вот промежуточного кадра нету, где вот он напрягся. Это вот тут в этой части 12 кадр. Вот увидите, что значит голова у него R опускается, позвоночник, значит, еще раз перекручивается. Так, вот эта нога G ставится на место. Так, делаем докрутку, потому что она уже делалась, да? Так, R, G подставляем. Хвост правильно где-то кверху. Все в этой паре. И теперь нужно вернуть наш вот этот позвонок на место, значит, R перекрутка. Вот эту руку еще, значит, G повыше отводим вдаль. Чуть-чуть откручиваем. Эту тоже чуть-чуть перекручиваем. Так, значит, теперь поработаем с косточками. Так, эту назад и вот эту косточку тоже двигалась назад. Так, что у нас тут с ключицами? Так, ключицу назад. И здесь ключицу тоже назад. Так, здесь у нас еще глаза закрываются на 12 кадре. Выбираем глаза, делаем R с закрываемым веки. Вот так, да? И один глаз, по-моему, у него приоткрытый. Так, один глаз оставляем. Ну и чуть-чуть уши шевельнем. А, и локрот. Смотрим, что получилось. Так, здесь у нас еще верхняя часть прям побольше. Докрутка, значит. А ну-ка, лапу вот здесь попробуем докрутить. Не докручивается. А ну-ка, эту косточку. И вот эту подкорректируем. Во. Красивее будет. Смотрим. Выпрямляется. Так, и здесь уже, значит, когда он начинает выпрямляться, у него лапы, руки точнее, выходят вперед и вытягивается ключица. Так, эту лапу тоже, значит, только теперь в этот низ. И тоже ключица вытягивается. Так, по глазам. Что у нас тут по глазам? Веки должны быть больше открыты. Во.
Ну и потом заставим двигаться еще чуть-чуть рот. Так, что еще тут? А, и лок рот. Английская А и первый кадр Shift D скопировать на 18, так? Так, больше его докрутить. Так, и перекрутку позвонка, чтобы был, как у него, боковой вид такой. О, докрутка. Тут у него рот уже закрывается. Значит, возвращаем вот эти косточки. Так, смотрим А и локрот. Где у нас тут промежуточный? Так, здесь еще, значит, что получается? 15-й кадр Shift D и поближе к этому кадру, чтобы типа рывок был такой. Ну, по-хорошему тут не должно так быть. Должен быть вот здесь вот промежуточный, как будто нога уходит назад, да? Ну, видите, как они делают? Два стопор, задержка, и потом резкий ногу подставляет. Так. Ну, только ногу я, наверное, дальше отведу. Так, как будто он ее вот здесь подставил. И назад он ногу возвращал, значит, должна быть движуха именно таза. Так, как бы вперед вот так, оп. И можно еще перекрутить и довести. Во, нормально. Так, а вот как это сделать теперь, отзеркалить? Давайте попробуем, выберем все кости, чтобы он еще и той ногой также сделал. Так, английская Shift D. Правая кнопка мыши, значит, Mirror Time Curve. G. Так, одной ногой только действует. Хотелось бы еще на вторую ногу также отзеркалить. Но не получается. А ну-ка, если... Ctrl-Z, Ctrl-Z. Значит, вот эти кадры я удалю. Так, здесь он ногу поставил.
Нет, давайте его сдублируем. Shift D. Подставляем, значит, где-то на 20-й кадр. Так, теперь получается, перекручиваем в другую сторону. Вот тут бы еще не запутаться, какие вот эти кости двигались. Поэтому лучше разными костями вот запоминать, какие кости вы двигали. Тогда будет нормально. Так, теперь, как мне эта реклама достала? Так, G в эту сторону. Теперь G поднимаем эту ногу на удивление. Перекрутка. А эту ногу ставим на место. G. Так, что там еще? Empty можно отключить, уже не понадобится. А, и Lockrot. Так, вот нога тут скользит, потому что я не поймал ее. Давайте его подтянем к центру. Во, все, скольжение убрано. Теперь подгадываем ногу вот под эту ногу. Так, а эту ногу G, так, не эту. Вот эту ногу ставим назад. Так, что у нас тут по перевороту, да? Выбираем нашего персонажа, значит, тазовую кость. Выбираем наши руки. Управляшки, значит, G доводим на эту ногу и R перекручиваем в эту сторону. Так, если будет тройка на нампаде, чтобы видно было вот, а если будет боковой рев, то значит ногу нужно как бы дальше отводить, что ли. Так, докручиваем ногу, поднимаем. А, и локрот. Так, здесь будет чуть-чуть сейчас позаёженней. Inverse Kinematic. Выставляем. Так, где он тут? На 4 кости. И управляшку, значит, доводим вот до этой ноги. А эту ногу G, R. И ставим ее R назад. G. Так, ну тут я ноги крутил. И получается, что можно сделать? Выбираем вот эти все косточки. Так, и делаем Alt-G, Alt-R. Не прокатывает, да? Ctrl-Z. Так, тройка на нампаде. Так, вот так выбираем. Alt-G, Alt-R. Щелчок. Все скинуто. Так, это что у нас тут? Море волнуется раз, море волнуется два. Это что за... Так,
Alt H. Это G. Что у нас тут получается? Ух ты, юх ты. Угу. Так, G, G, G. Alt G, Alt R. Щелчок. И значит будем вот так вот тянуть. Раз. Так, а почему тут такая большая ляжка получается? Ух ты! Так, выбираем, значит, наши кости. И попробуем, значит, R доводку сделать в эту сторону. Так, а здесь у нас получается вот эта косточка должна сделаться S. Подтянуть живот. Потом, что тут еще было зацеплено? М-м. Это какая-то кость тут зацепилась. А ну-ка. Так, ладно, обыграем. Так. Копируем еще один Shift D на 36 кадр и 37. Ну, в принципе, что? Все на базу. Так, 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 так.
Семерка на нампаде, можно чуть-чуть его довертеть назад. Так. Так, а вот эту лапу тогда чуть-чуть подальше. Так, эта лапа должна стоять где-то тут. Так, 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 так. Это сколько у нас тут кадров? 37. Ставим 37 кадров и смотрим. Так, маленький промежуток перед отдыхом, да? Так, вот этот кадр, значит, с 20-го давайте оттянем на 24-й. И поставим 41 кадр. Так, и почему-то так. Это у нас подъем и удар. А здесь у нас подъем. В принципе, тоже удар. Да, только здесь удар идет по земле. А здесь у нас удар уже поднимается, это не есть good, значит RG и проводим его по земле. Так, здесь тоже у него задержка должна быть, это поставим где-то 40, давайте 46 кадров. Вот, и вот здесь вот нехорошо, какая, видите, пляска начинается в лапах. Значит, единица на нампаде, устраняем вот этот недочет. Так, здесь у нас лапа стоит, значит, один куб на втором. Так, это можно персонажу лапу вот так, а ну-ка, Ctrl-Z. Английская А. Попробуем так передвинуть. А и локрот. И опять лапа уходит. Вот эта пляска начинается. Это не есть гуд. Ноги должны стоять на одном и том же месте. Так, значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Угу. Так, здесь он, значит, стоит мертво на одной ноге. И вот у него раз, пошел толчок. Он его ставит правильно вот сюда. Ага, тогда у него эта лапа и весь персонаж должны уйти где-то в эту сторону. Анка А и локрот. Так, и тогда этот персонаж. Так, а ну-ка, я лапу, может. Так, вот сюда. А, и локрот, потому что я перекручивал тазовую кость, и, видать, вот эта движуха получилась. Так, это у нас. Угу. Можно даже нарисовать, вот если так, да? И локрот. Теперь, значит, и локрот. Это бок чуть-чуть. И локрот, чтобы не было вот этой трихомудии, дерганий. Проверяем.
Так, вот здесь он копытом бьет. Ну, в принципе, такая штука, да? Сбоку-то нормально, но по-хорошему, судя по весу, и больше должен быть уклон на вот этого, на ногу вот этого персонажа, да? Здесь вот он поднимает, и получается, можно поправить его еще больше на вот эту ногу, а и локрот. Так, здесь у нас тогда G, колено можно подвести сюда, вглубь персонажа. А и локрот. Что у нас дальше получается? И вот тут тоже, когда он бьет, можно немножко на ногу вывести. Во. А и локрот. А, зачем это? Я английская А и просто вот этот кадр Shift D передвигаем на 40-й. Так, ну здесь уже вроде бы нормально. Он должен так как бы перекрутиться назад, наверное, тут. Так, теперь опора будет другая нога, та. И должен стать, так, это уже с тазовой косточкой, облокотиться на эту ногу. А, и локрот, а ну-ка. Вот здесь вот большое дергание, вот не есть гуд. Он ногой, значит, отводит. И здесь нога еще больше должна перекрутиться. Так, как бы G. А, и локрот. Shift D на сюда. Так, тут что-то с ногой вообще там нормально отыграло, а это что-то, а ну-ка. Ну, эта нога нормально отыграла, хотя тоже складка есть. Я ее потом приберу. Так, а здесь вот. А здесь вот нога, значит, должна, наверное, вот так вот быть. Так, что тут еще? Довести ее, наверное, вот в эту сторону. Угу. Во, вот так будет, наверное, посимпатюшней. Угу. Так, что у нас тут с коленом? Во, вот так нога будет получше. Так, еще раз тестируем. Добавляем. Тут еще, по-моему, какой-то кадр я пропустил. А ну-ка. Так, это вот на первых кадрах. Во. Это значит, получается, 13-й есть. Давайте 13-й добавим, значит, G подальше, вот так вот, скользь, да? Так. А, и локрот.
13-3, значит, это будет где-то вот тут. Тут почему-то 35-й. Надо посмотреть, тут у нас 12-й, тут 15-й. Три кадра разницы. Здесь 35-й, 38-й. Ну да, три кадра разницы. Давайте на 37-м, да, вот он. А здесь лапа сильно поднята. Значит, мы ее перекрутим и G подставим на скольжение. А, и локрот. Так, теперь empty нам не понадобится. Во. Нога уходит, вот, раз, и хвост распрямляется. Потом хвост запрямляется, и опять нога уходит, хвост опять распрямляется. Так. И вот, чтобы все нормально было, я вот хочу, наверное, чуть-чуть изменить вот эту штуку. Потому что, когда ракурс я, если буду брать вот такой, лица не видно. Если я буду брать такой ракурс, да, ну, уже получше, ну, желательно, чтобы голова, значит, видна была. Значит, вот на этом кадре голову выберу, сделаю R. Так, семерка на нампаде побольше сюда, значит, R. Вот так вот, раз. Английское А, И, локрот. И этот кадр Shift D продублирую. Так. Угу. Уже получше, да? Так, и здесь тогда он другой лапой бьет. Так, а здесь тогда голову 15-20. Значит, так, это будет вот эти два кадра. Значит, что? Тоже R. Побольше перекрутку добавим, значит, телу. Еще побольше R. Вот теперь вроде бы будет нормально. Но теперь голову я тоже хочу сделать в сторону вот сюда. А, и локрот, ну, на камеру, чтобы смотрела. И камера будет стоять где-то вот в таком духе. Вот так вот. Так. И косяк какой еще? Лапа одна двигается, да? А одна чуть-чуть не хочет. А ну-ка. Так, это значит здесь пошла трясуха. Так, G. Лапу чуть вперед. И вот эту лапу чуть вперед. А, и локрот. Тогда 44-й CD. И на первый кадр, чтобы трясучки не было. Во, видите, ломка идет. Вот это вот трясучесть, надо ее заменить. Английская А и Shift D, один кадр. Во, теперь помягче.
Так, а что тут с ногой? Может ее подальше подвинуть? А, и локрот. Здесь вот у нас получается более он так интенсивно. И опять же у нас 24 кадр. Давайте попробуем Shift-D подставить. О, чтоб трясучки меньше. Во! Вот теперь нормально, четко он все это дело делает. Но! Удар. Так, поправляем руку. Эту лапу можно чуть приподнять. И здесь вот идет. Так, а ну какая перекрутка? Так, нет, не тазовая. Не это. Вот по персонажу видно, что какая-то, значит, кость. Во, по-моему, тазовая, да, перекручена. И позвоночник доводим назад. Поэтому я говорю, чем больше задействовано костей, то получается вот такая вот неразбериха. А ну-ка. Так, вот живот неровный, да, по идее он должен как бы ровновато стоять, но так как нога одна отведена и косточка тянет, то в принципе А и локрот. Еще бы добавить дыхание ему. Так, это все нормально. Теперь нужно подкорректировать нашего персонажа. Видите, тут горб. Вот у него тут такая плямба. Заходим в Object Mode, выбираем нашего персонажа. Можно, значит, просто добавить Sculpt Mode и английское F. Чуть-чуть тут, так, Ctrl-Z. Выбрать тянучку. И вот это дело чуть-чуть. Значит, придавить. Но теперь раз, вот он хорошо тут он как протягивается, но вот эта штука теперь будет искажать, да? Давайте вот выведем назад. Добавим, значит, шипки. И потом все это дело можно будет запечь. Sculpt Mode. Шипке еще один добавляем до упора. Так, теперь посмотрим, что у нас тут с симметрией, как она будет работать. Так, вот верхняя не дотягивает. Почему? Потому что он сдвинутый. Так. И вот мы ему на каком-нибудь кадре придадим вот эту элегантность. Так. Живот убираем, чтобы здесь растяжения не было сильного.
тоже подбираем. И вот здесь вот можно живот тоже подобрать и бочину чуть-чуть уменьшить. Добавить, значит, надутость вот этого горба. Так, чуть-чуть, значит, бицухи. Смотрим, что получилось. Так, еще немножко, значит, выравниваем спину. И вот эту шею тоже можно проявить, да? Ну, как-то так-то. Прописываем, значит, эту позу. Так. Вот здесь он уже помягче будет, получше. Тройка на нампаде. Поэлегантнее, да? Так, это на каком кадре? 33-й. Так, и здесь его тоже добавим. Видите, как он был бы? А так он раз и элегантен. Так, а вот здесь уже нужно вытяжка нормально и на место, где лапу он ставит, на место. Потом здесь раз он лапу уже подтягивает. И значит тут тоже поднадуем на место его. Ну, можно поменьше чуть вот раз. Прикольно. Так, есть такой, он топчет, все хорошо. Что еще не хватает? Так, а не хватает ему мимики фейса лица. Добавляем шипки, добавляем. F уменьшаем кисточку и попробуем здесь вот побольше вот этого всего с динамики сделать. Так, брови тоже чуть-чуть выше поднимем. Так, где-то тут подкорректируем, подведем его ближе к лбу. Глаз чуть-чуть, значит, отведем. Здесь тоже глаз дооформим, брови поднимем. Так. Что со щеками? Щеки нужно тоже как бы довести. И попробуем подбородок чуть-чуть еще прибрать. А ну-ка, сбоку нормально. Так, еще больше зубы открываем. Корректируем. Тут можно и нос, значит, подкорректировать. Что еще там можно? А те же волосюхи. Так, волос тут, правда, отдельно забыл. Так. Поднадуем чуть-чуть руки, потому что они тут чуть-чуть, значит, сплющились. Трицепс можно добавить и так далее. Так, тут тоже добавим. Округлость, мягкость, прописка. Так, это значит на кадре, где он ногу ставит уже. Потом здесь поднимает. Здесь тоже он ее ставит, прописываем. А здесь вот ее возвращаем. А ну-ка, что получится? В принципе, тут и возвращать-то не надо.
Так, зайдем в граф Editor, выберем английскую. Попробуем, чтобы все мягче было, добавим, значит, так, это английская V и вектор. Английская А. И добавим по вектору. А ну-ка. Во, уже помягче. А если V автоматик? Не, автоматик не катит. Клаппинг. А ну-ка, V free. Во, получше. А если V alembic? Угу. Так, здесь вот, по-моему, сильно вот эта штука, голова задрана. Так, если тут... Да. И локрот, и значит Shift-D. Во, да, сильно голова была дергалась. Теперь помягче будет. Ну, вот такой результат. Еще пошлифую тут, посмотрю, что с ним можно докорректировать. И будет потом все изумительно. Где-то, может быть, мимику лица, если тут, может, рот сделать, чтобы как-то вверх вот эти щеки поднимались там. Так, где тут был один глаз закрытый? Во! Вот на этом кадре. Думаю, что не получается, да? Что-то нету той фишки какой-то. А вот здесь вот нужно закрыть один глаз. А ну-ка, во. И локрот. И получается, значит, здесь. Вот на этом кадре, да? Должен закрыться вот этот глаз.
А ну-ка. Во. Уже поприкольней. Вот такой результат. Все, всем пока, до свидания.